хотел бы порекомендовать вам сервер Astral. Сервер PvP направленный с модом суперструктуры. В трайбе не более 10 человек. Рейты на опыт и сбор 5x. Скорость роста дина 15x. Приручение 10x. Скорость урожая 50x. В кластере сервера вами любимые карты, кроме Полгуэра и Скёрча. А для новичков действует промокод Astral Mrevita. Плагины и моды для комфортной игры. Еще больше информации вы можете узнать в дискорде сервера. Проходите по ссылке в описании и не забудьте про промокод. И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И это, черт побери, Genesis. Genesis, первая серия. Че, уже пятого сезона получается? Пятый, мать его, сезон. Как видите, Extinction, все дела. Закончился Новый год. Убралась новогодняя заставка. У меня сейчас 13 января. Вот. По григорианскому, получается, календарю Новый год. Это как 31 декабря, короче, типа. Если не ошибаюсь, по григорианскому. Вот. Так не в этом суть. Не в этом суть. Русскому, как говорится, человеку что нужно? Лишний праздник, чтобы отметить. Вот. Ну, у меня просто выходной 13-14 по графику, поэтому, камон. Давайте я вам покажу. Тут меня как бы задавали вопрос. Рейты, все дела, я такой, блин, я ему туда. Ну, в общем, короче, покажу мимолетом, что, когда, где. Вот. Кому нужно поставить на паузу и... Ой, резко слишком. И посмотрит, что ему нужно. Я еще Genesis не запускал. Вот, и поэтому, ну, вот как-то так. Сейчас будем запускать. Собственно, на заднем фоне это буковка А от Extinction еще и осталась. По модам, собственно, вот. Если я не забуду, то я выложу ссылку на мою коллекцию. То есть я специально сделал коллекцию вот этого всего. Если забуду, ну, поищите в профиле моем. Там должна быть моя коллекция. Я ее как-то даже обозвал. Ну, в общем, какая-то из новых, смотрите. Вот, если кому сильно нужно будет. Ну, лень, как говорится, искать, ищите. Так. Genesis, часть первая. В целом, я немножечко понял, из-за чего... Точнее, как мы... Как мы отправляемся на Genesis? Если вкратце, то есть вот в начале ролика я должен был добавить вот эту вот маленькую вставочку. Если я не забыл, то я добавил. А я не должен забыть. Вот. И вот эта вставочка, она показывает, что, типа, Хелена отправляет нас в симуляцию на корабль. То есть корабль там где-то вот летит. Уже давно летит. И ей получилось связаться с этим кораблем. Ну, грубо говоря, связаться с этим кораблем. И она нас туда отправила. То есть отправляет в симуляцию Генезиса, чтобы мы... Опять-таки же не факт, что на корабле. Наверное, на корабле, потому что, судя по заметкам, Генезиса 2, там производят симуляции постоянно и так далее. То есть я думаю, именно туда нас и отправляет. То есть на корабль. Из-за чего мы, собственно, и потом проснемся на корабле. То есть земля уже осталась. Все, мы помогли на земле. Мы сделали вот это вот все, короче, мы сделали. Мы на Extinction, получается. То есть сначала на острове, потом на Скёрче, потом на операции выживали как могли. То есть на арках. Потом прибыли на Extinction, то есть мы прибыли на землю. Сделали там все, что смогли. Опустились арки на землю, все дела. Зараза, надеюсь, уйдет. Несмотря на то, что есть такой чудак Роквелл. И, собственно, в конечном ролике мы видели, что... Как бы то ни было, но аберрантный арк, он точно так же приземлился на землю. И есть, ну, как я понимаю, что Роквелл, он точно так же, собственно, как и Хелена, он смог проникнуть на корабль, ну, то есть на Genesis. Ну, собственно, поэтому мы и идем с ним сражаться, можно так сказать. То есть Хелена не может
никуда уйти с Земли, потому что ей нужно остаться вот здесь, помогать вот всем тем миллионам людей, которые прибыли с арками, с этими миллиардами арков, да, то есть они вот прибыли с ними. Ей нужно следить за Землей, она хочет остаться следить за Землей, за домом. А тебя, как человека, который смог помочь ей реализовать ее мечту, увидеть рассвет, она тебя отправляет на Генезис. То есть я подумал, что думаю, это именно так. Вот у меня единственное, что приходит в голову. Если вот не так, пишите в комментариях, реально. Я не понимаю, как это вообще связано, но допустим, это так. То есть. И сейчас начинается завязка перед вторым арк 2. То есть Генезис 2 это завязка перед арк 2. То есть, грубо говоря, арк 1.5 начинается. По более дешевой цене, нежели фулл игра. Вот. Стартуем. Стартуем одиночную игру, ну, потому что я играю на локалке. Так, отлично. Уже загрузить выжившего могу, это хорошо. Это очень хорошо, честно. Я думал, может что-то пойти не так. И все вполне возможно могло было бы так. Отлично. Ну что, болотный, снежный, лунный, океанический, вулканический. Ну, вулканический, понятное дело. Болотный. Короче, из того, что я заметил. Допустим, болотный это легкий. Но когда я там загрузился, мне там чуть жопу не порвали. Снежный, средний. Ну, не думаю, что в зиме выживать это легко. Но с моей стойкостью там легко будет выжить. Лунный очень сложно, это понятное дело, там, извините, там, если не ошибаюсь, без тег-костюма ты там просто сдохнешь. Вулканический, ну, блин, камон, там, и так знаем, что все жопа. И океанически сложно из-за того, что там, если не ошибаюсь, просто островки, но выживать там вообще изи. Ну, извините, там тупо вода. Вот, жить я буду в океаническом биоме, но мне нужны будут ресурсы. И это основная проблема, но... Самое что классное, я могу перемещаться с помощью Хелена, то есть того самого спутника, который настоящая Хелена нам сделала, в помощь для выживания. С помощью нее мы сможем телепортироваться по факту, да, туда-сюда, то есть между биомами. Поэтому, давайте посмотрим все, спаун выжившего. И сейчас очень интересно, что у меня там в инвентаре будет. Я когда выгружался, у меня было, ну, дофига всего. И единственное, что может быть, что я выгружусь, и у меня... Оп, секунду. Welcome to the Genesis simulation. Here you'll be tested across 5 biomes, each with its own Ой, подлагала. Эва, прогрузись, пожалуйста. Она много информации говорит нужной, наверное. Там на по-английски базарит, я не понимаю. Все зависло. Отлично. Ух, там несколько текстов пропустил. Не смотри на меня. Не смотри на меня. Давай, прогружайся, собака. О, отлично, перестала смотреть. Ну, собственно, про что я и говорил. Про что я и думал, что у меня все здесь будет в инвентаре. Да. Чибик мне уже не нужен, то есть мне его качать не нужно будет. У меня уже от чибика есть... то есть чибик, что левел один раз был, и мне этого было достаточно. То есть все. Больше мне не нужно. Но одно хорошо. У меня есть все инструменты. Но одно я точно могу сказать. Давай валить отсюда. Давай в сне... Ой, там еще выбрано надо куда... Эй. Так, давай в снежный, не знаю, на Н. Готовься к телепортации! Готовься к телепортации! Сейчас надо музыку включить. Ух ты, нифига себе!
А в смысле такой большой радиус у тебя? А я с Диносом могу телепортироваться? Блин, надо будет проверить. Ну, в общем, как я и думал, шмотки все у меня остались из Генезиса. И у меня там меховые шмотки выпали. Ой, из Генезиса, с Extinction. У меня там выпали меховые шмотки, это хорошо. Сейчас она пока будет всю карту погружать, это меня будет бесить постоянно. Где-то много музыку включить. Да, первая серия будет знакомство с Генезисом, это, конечно, да. Но я теперь знаю, как я назову эту серию. Реально. Добрый вечер, господи. Деликуру 140-й, ты серьезно? Мегатери 145-й, да пошел ты, нифига себе, ты тоже серьезно? Так. Ну, это вот тут мои вообще все шмотки. Классно. Так, так, что у меня тут еще есть? Ёп, твою ж за ногу. Ну тут, короче, у меня, я смотрю, прям, короче. Флаг короля титанов, ну кайф. Ну, головы, конечно же, у меня нету, это естественно, но, блин, камон. О, теперь эти выдаются мне. А мне, может, мне и раньше выдавались, я не знаю. Ой, короче, давай вот эти все свои шмоточки надену. 300 элементов, я красава. Хелену надо надеть. Дина трекер даже. Так, подожди. А если я тебя уберу? А, ты все равно будешь затусоваться со мной. Класс. Может, трендить будешь поменьше. Так. Ну окей. Носорожа. О, икс носорожа. Кайф. Кайф, 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 кайф. А что делать-то? Что делать? Где я? Что-то страшное. Я слышу звуки. Я слышу какие-то плохие звуки. Вот сотый левел. Давай! Я слышу звуки какие-то, как будто, знаешь, звуки бури какой-то. Ой, добрый вечер, я не хотел вас потревожить. Такс. Теперь, возможно, мне понятно, почему у меня этот... Так костюмы всегда забирали, когда я босса проходил. Типа прошел босса и обломись насчет так костюма. Так, ну, блин, мне теперь жалко эти все чертежи выкидывать. Ай, ну вот скины надо выкинуть. Какой я четкий. Зато сопротивление, к холоду у меня дофига. На все меховое, там металлический только нагрудник у меня. И вроде что-то еще у меня не меховое. А так все остальное это дело меховое. Блин, ну короче, вот это все я выкидываю, мне жалко, все, что у меня осталось. Поэтому оставим это здесь. А, кстати, а что там у меня по броне-то в итоге? 3700. 4500, ну да, так броня-то намного лучше. Ну и да, волчанку надел на голову. Так, короче. Что я могу сказать? Протокол прибытия. Что у нас здесь? Это мы смотрим миссии. Сколько я миссий прошел? Ясно. Настройки Хелены. Обменять шестигранники. Шестигранники — это валюта. Это валюта, здесь мы можем, то есть здесь, как я понимаю, это вот артефакты, да? А вот, я же могу нажать. Короче, да, что-то, короче, непонятно. Ваш инвентарь. Ну, в общем, за эти ресурсы я могу, точнее, за шестигранники я могу покупать ресурсы. Ресурсы. Да. Давай, вернись на место. Вот, эти ресурсы добываются за прохождение миссии, насколько я помню. Только при необходимости. Так, нажим. Показать границы зон миссий. Это понятное дело. Настройки звуковых сообщений. Как часто я говорю. Включить все время. Так, настройки субтитров. Так, показать
Это понятное дело, все давай диалоги. И дополнительные настройки отключить. На вождение, на смерть, на приветствие. О! Ну-ка. Это, короче, что-то явно было не то отключено. Я хотел вот это отключить. А, вот, чуть на эмоции. Ну-ка. Ну, наконец-то я теперь могу отключить и спокойно приветствовать вот всех вот так вот. Эх, красота, и она не будет ничего трындеть. Этого мне не хватало с самого начала. Так, ладно. Где ты, Хеленка? Погнали теперь в Океанический. В Океанический сгоняем туда. Посмотрим. Сейчас хочу вот немножечко разведать, что как где. И как я уже сказал, у меня есть концепция в голове. И выживать я буду в Океаническом биоме. И когда я увидел еще на стриме разработчиков, вот когда они только вот... Стрим разработчиков, они что там... Arc Life или как они там называют. Вот, они показывали концепты, вкидывали. И я такой... Да нафиг! Платформа! Кстати, я как понял, он всегда будет лагать вот в этом месте. Вот. Но, кстати, если, как я понимаю, по ходу дела смотреть либо вверх, либо вниз, то лагать не будет. То есть прогружаться будет быстрее. Надо будет тоже это проверить. Потому что ДПХ-ца я буду часто. Да, по ходу дела я приземлился, точнее появился в том же самом месте, где я был до этого. Сейчас будет, чтобы все прогрузилось, и вообще было хорошо. Да, выживать здесь, конечно, еще... Да жопа полная, ёб твою ж за ногу, я упал! Да пелагорнис был! Чтоб тебя, собака. Вот, выживать, конечно, да, здесь еще та жопа полная. Ё-моё, да что ж так все не прогружается? О, ну спасибо, господи, я думал, у меня так будет вечно. Вот. О чем я говорил? А, когда я увидел ту платформу на воде, я понял, что я хочу именно так на Генезисе выживать. Когда я пробовал выживать, у меня не получилось. И, ну, как бы, так сказать, не получилось начать. Потому что я что-то, ну, был без настроения, без желания. Сейчас же... Сейчас же у меня есть желание пройти игру. И все-таки я для себя решил. Черт побери, Генезис... Это часть арка, это часть выживания, и это, что самое главное, часть арк 2. Как ни крути, играть в арк 2 будет намного приятнее, когда ты... Опа! Когда ты знаешь историю арк 1. Вот. Давай, давай, давай! Ах, красава. Крылышки, это просто кайф. Вот, поэтому как бы... О, водилка. Вот, поэтому тут без вариантов. Будем выживать и выживать. Кстати, что у меня за аж? Зона миссии. Угу, отлично. Это зона миссии, это понятное дело. По ходу дела в этом месте, типа, строиться нельзя будет. И, ну, это логично. Сейчас было в зоне миссии строиться, но... Ой, добрый вечер, это что, край карты? Ну да, это край карты. Ё-моё, сколько рыба. На че ты вот это вот и начинаешь-то? Так, а я могу отсюда утпхаться, пока я в воде? Ну окей. О, у меня крюков нету. У меня нету крюков, у меня их отжали. Ах ты ж, блин. И плашки телепорта, кстати, походу дела у меня отжали. Ну, на это мне срать, а вот крюков нету, это плохо. Это прям беда конкретная. Они, походу, тоже дело отжимаются, когда ты туда-сюда, обратно. Боже, неприятно. Так, ладно, надо куда-то выбраться на сушу, на поверхность. На поверхность, на сушу, куда-нибудь забраться. Как мне отсюда выбраться? Вот в этом вся сложность этого биома, я понял. А можешь стоять на месте? О. А, я могу все-таки телепортироваться. Ну, в болотный я все-таки не хочу. Давай построимся в зимнем биоме. И давай посмотрим на S. Блин, огромная площадь.
И давай сейчас буду смотреть вниз, попробуем. Попробуем тпхнуться вниз, смотря вниз. И, соответственно, вот в той точке я тоже не буду никуда в другое место смотреть, куда, так сказать, в буфер обмена. Я тоже не буду никуда смотреть, кроме как вниз. Посмотрим, быстрее тпхнусь я или нет. Только вот пробел, главное, не отжать сейчас. Полетели! А, не, меня самого поворачивают, то есть я как бы смотрю хоть и вниз, но меня все равно автоматом, видишь, повернул как бы наверх, то есть я прямо смотрю, и потом тпхнет. Ну, понятно, то есть как бы тут мои полномочия и все. Но я тпхнулся быстрее, возможно, из-за того, что я... О, прикол, конешечки. Блин, я бы, конечно, экусов притомил бы. Про каптодонта я бы тоже бы притомил, потому что я хочу вот этого вот кролика. Скин кролика надеть на прокаптодонта. Я понял, что это был за шум. Это, мать его, обвал. Чуваки, текайте. Это лавина? Да ну нафиг. Да ну нафиг. Это реально лавина. Ну, в смысле, снежная вот эта вот лавина. Серьезно? Вот это кайф! Вот это кайф! Блин, это реально классно! Блин, это клево! Ну хорошо, я понял, в чем еще сложность этого биома. То есть выживать здесь легко и изи-бризи, но есть свои. Ну, то есть не только погодные условия, трудности выживания, но и в целом, то есть, как бы, насколько я помню, где. 135-й! Вот это коняра, конечно, коняра! Так. Ну что, построимся где-нибудь домик, построим себе. Все-таки нужно как-то что-то где-то начинать. Да, и вот он пошел вниз. Диносов они... А, не дамажит у него, он хп немножко отнялось. И его, по ходу дела, немножко снесло. Прикольно. А вот эта лавина образовалась случаем не из-за того, что я начал добывать ресурсы. А я хочу туда глянуть. Это, наверное, миссия. Да, это искажение. То есть Роквелл залез типа в Генезис, и из-за этого стали вот такие вот искажения. То есть я должен по Генезису тусоваться и вот эти все искажения убирать. Оленя, кстати, я тоже хочу притомить. Да ну нафиг, а что ты такой клёвый-то? Да, братва, ну чё вы вот это вот, нормально же общались. 145-й. Да, да что ж вы такие все кайфовые. Так, могу я чем тебя оглушить? У меня ничего нету. У меня есть винтовка, но, соответственно, у меня нету... Блин, у меня не арбалет, ничего, кстати, одно. Вот это вот надо убрать. Блин, чем тебя оглушить? Так, я могу сделать босс. Но дубинкой я оглушать тебя буду долго и, мать его, за ногу счастливо, да? Так, что Мажаберки 11 мне показывает? Это хорошо, такого говна у меня полно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я хочу просто скин оленя надеть на него. Давно уже вот это... Не, надо было, конечно, это... Еще на Новый год надеть. Но там, камон, Новый год уже был конец сезона, и там было не до этого. Но вот здесь... Притомить настоящего северного оленя. Ну, вот глядя на это, вот только попробуйте сказать, что это не север. Так что это настоящий северный олень. Да, я тпхнулся на юг северного биома. Ну а что поделаешь? Это все равно север. Хоть и южная его часть. Поверьте мне. Север у нас где вы. В южной части или в северной части его живете. Вот. Так. Ну, я понял, короче, что лучше всего тусоваться вот где-то по верхам желательно. И строиться по верхам, по ходу дела, тоже желательно. Чтобы так, на всякий случай, ну, а все-таки на всякий случай, да. Так, ладно, окей. Что мы в итоге получаем? Я могу... Блин, ну, дубины, я тебя буду оглушать долго и счастливо. Но можно попробовать.
Болос я не могу сделать, потому что у меня нет кожи. Угу, отлично. Значит, мне нужно что? Мне нужно добыть дерево. Естественно, конечно, мне нужно добыть дерево. Нет, мне нужно добыть курочку. Курочку я где-то здесь видел. Ну, в смысле, любое кожное мне нужно добыть. А, кожа мне еще нужна будет и для дубины. Окей. Так, ничего сверхъестественного здесь я не добываю. Я добываю только наркобарики и все в таком духе. Ну, кстати, я могу вообще сделать сейчас и лук, и все вот это вот. Я могу забабахать, чтобы не возиться с дубиной. Как говорится, не бежать с дубиной на оленя. Ну, я хочу попробовать. Я хочу попробовать бежать с дубиной на оленя. И затащить. Я очень на это рассчитываю, что я затащу. Так, где у нас куропатик? Блин, потом оленя бы не потерять. Где обвал? Не на мне? Не на мне, отлично. 15-й олень. Олень, добрый день. Так. Окей. Давай использовать блага человечества. У меня здесь на него патронов нет, а вот на тебя есть патроны. Блага человечества в делу! Да ёб твою ж за ногу, да что ж ты такой жиробасный-то оказался. Так, чтоб кожу добыть, вроде бы топором рубить. Шкура, кожа, все дела, отлично, но мало. Блага человечества, окей. Ну как блага? Сейчас бы вот оружие благом называть. А с другой стороны... Без этого говна не было бы цивилизации. Так, ладно, погнали. Я тут видел где-то эквусов. Там мамонт это точно плохая идея. С одной стороны, хорошая. Ну это сколько мне в тебя надо всадить? Эквус! Ну, сорян, коня! Да ёб твою ж за ногу, я косоглазый! Последним патроном хоть завалил. Да. Здесь все-таки кожи было больше. Так. Теперь делаем болос. Болос. Она все-таки деревянная. Эй, я твою же какой дебин. Дебин, вот именно что дебин. Зачем мне пару дубин, я не знаю, но пойдет. Так, дальше. Дубину сюда, болос сюда. Ну что, погнали. Так, мажаберка у меня есть. Мажаберка у меня есть, на наркобарике мы соберем. Мажаберка, да, вот мажаберка, наркобарка, у меня все это есть. Так. Надеюсь, не сюда, Отлично. Ну, давай пробовать. Да не лагай только, пожалуйста, ну господи. Давай! Мочи! Давай! Хочу по голове, чтобы торпор больше тебя проходил. У меня есть все шансы. И чувствую, вторая дубина не была плохой идеей. Только надо было ее на раскладку поставить. Так. Подожди! Да ладно, не поймал, да ты серьезно, болос-то не сработал, у тебя иммунка энное время. О, не-не-не-не-не, чувак, ты знаешь, где дефаться. Я прям вижу, что ты знаешь, где дефаться, но, пожалуйста, не надо. Братан, все будет хорошо, не переживай. О, две дубины? В смысле, три дубины? Две дубины и... Дело с концом. Так. Здесь, по идее, даже это обвальнее должен произойти, да? Тих. Обвальнее надо? Да, он мимо прошел, отлично, меня спасло это. Это в смысле скала меня спасла. Так. Ну, окей. Дубин выкидываем. Потом еще новый сделаю лучше. Зачем мне инвентарь захламлять?
А вот бонус мне точно пригодится еще. Ставим их на 5. Это поставим сюда. Пистолет и топор. Отлично. Седатив я не смогу еще сделать долго. Да, редкий гриб, редкий цветок, стимулятор. Ну, вы поняли. Даже если все остальное я смогу сделать, то это я не смогу сделать. Ну что, ждем. Ждем, надеемся и верим. Правильно. Кстати, пока я тут это решил добавить его сюда во вкладку, нашел вот такую штуку. Штука называется список миссий. И вот этот список миссий, это то же самое, как я понимаю, что и в Хелене. И здесь мы можем, соответственно, нажать, куда нам, то есть как далеко до этой миссии. Дом там, где мамина сумка. Вот, и видеть, сколько вознаграждения я получу за него. Ого, альфа, неплохо. Вот, и, соответственно, то есть так мы можем смотреть... Ага, только когда я в биоме, мне показывают, сколько метров до него. Максимально 10 игроков. Ну, здесь один. Вот, то есть требуем игроков, то есть здесь от 1 до 10, от 1 до 8, вот от 1 до 5. Вот, и как бы да, заберитесь на шестиного носорога и примите участие в гонке замерзшей равнины. О, ё-моё, да мне еще и томить придется диносов, я смотрю, как понимаю, да? Вот где у меня, походу, будет дофига много серий, потому что здесь... Я, по ходу дела, все миссии буду показывать, рассказывать и так далее. Но там будет видно. Вот это, короче, да. Но, оп, еда. Ну, в любом случае, вот это надо томить. Кстати, хотел поговорить немного об рецептах. Смотрите. Легендарный предмет Мрум. Прочность 5000. Урон почти 600. Смотрим сюда. Прочность 5000, урон 180. Но здесь 39 тысяч металла, здесь 35 тысяч металла. Как это работает? Хуже стоит больше, чем то, что лучше. Вот про что я как-то заикался. То, что как-то, то, что лучше, стоит дешевле. Я до сих пор этого не понимаю. Ну, такой вот маленький вброс. А у меня пока что 50%. Я состряпал, пока ждал себе 10 фундаментов, 10 стен и... Ой, 10 потолков, стены, двери. То есть уже готов к постройке дома своего первого. Ну, ресурсы как бы подобывал здесь, поэтому все это дело есть. И... Сейчас, наверное, продолжу еще добывать ресурсы, потому что почему бы нет? Время позволяет. А олень хавает и хавает. Красава! Вот, здесь очень хорошо, очень часто, конечно, здесь обвалы, прям безумно очень часто обвалы, но я здесь в безопасности. А тут еще носорог мимо вот этот прошел, просто так сверху по мне протоптался. Ну, мне повезло, они не агрятся, поэтому, ну, повезло, что еще сказать. Ждем, надеемся и верим. Я пока тут блуждал, летал. Мой олень притомился. Олень, добрый день. О, я тут что забыл? Нагиар. Естественно. Где Нагиарс? Еп. Да. А теперь погоди-ка. Так, не том. Действие. Хопа. Ну. Все здорово. Теперь бы, конечно. Так, не-не-не, давай-ка тебя на пассив сразу же. Ну тебя нафиг.
Да уж, ну хотя бы еду могу в тебя скинуть. Ну вес-то, кстати, дофига. Давай тебе здоровье качнем, потому что здоровье тебе точно пригодится. Хотя я могу... Не-не-не. О, точно. Костюм сразу же могу на тебя надеть. Будешь Рудольфом у меня. И, кстати, да, сразу же переименовать тебя в Рудольф. Будешь Рудольф. Ну, почти. Рудольф. Вот. Рудольф, северный олень. Вот. И уже как-то полегче будет. И с весом будет уже полегче. И со всем остальным. Так. Здоровишко. Здесь, как видите, немножечко отсортировал все это дело. Давай это тоже в тебя вкинем. Это вот сюда. Это вот сюда. Отличненько. Рудольф. Ты красава. Так. Ну что в итоге? Что в итоге? А, давай глянем, что седло-то это. Ты в верстаке только делаешься? Широкого оленя, да, только в верстаке излиток металла требуется. Ну, что поделаешь, придется нам с Рудольфом пока так побегать. Он поносит в животе ресурсы. Вот, и побегает за мной. Давай, Рудольф, горцуй ко мне. Отлично. Вот как-то так вот, ой, выживание и начинается. Да, с Рудольфом, северным моим оленем. Реально северным. 220 левел. Блин, как же это, черт побери, клево. Клево начинать сначала, а не тогда, когда у тебя уже есть все. И это просто кайфово. Кайфово, чуваки, вы не поверите, насколько сильно. Новое выживание, новый сезон, все просто замечательно. Я надеюсь, нас ждут прекрасные приключения, бури эмоций. Ну и, конечно же, в конце мы пройдем этот чертов генезис и пройдем виртуальную тренировку этого безумного мира. Ну, это будет еще, ох, как не скоро. Ну а я на этом уже буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, и, конечно же, делиться моими видео с моими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.